Мирва, по многочисленным просьбам рассказываем про лампу с Алиэкспресс. Ссылка будет. Ребята спрашивают. Нам ее тоже посоветовали. Мы специально провели небольшой эксперимент. Эксперимент, тест, не тест. Ну, просто сравнение. Сравнили ее с лосевым. Ничего не хотим навязать, просто рассказываем. Вот так выглядит свет с этой лампы. Название у нее как? Нет названия. Просто ссылка название. А вот так выглядит лосев. Наше мнение. Лосев светит пучком, им хорошо делать всевозможные ниши, потолки хорошо. И еще один нюанс по лосеву. Я уже сказал, что у него пучок маленький, то есть поэтому его надо постоянно переставлять, передвигать, затраты приноравливать и прочее, прочее. Это же ты поставил и все, работаешь. Вот это тоже немаловажный нюанс, потому что вот так набирается за день, все эти перестановки выливаются целый час. А эта лампа без названия с Алиэкспресс охватывает целиком и полностью весь, так сказать, рабочий участок. И поэтому с ней удобно работать, нам, по крайней мере. Также к ней нужно конденсатор. Или как его правильно называется? Блок питания. Блок питания тоже на Алиэкспресс. Приладить ее можно как угодно. То есть мастеровые, отделочники. Люди сообразительные, у нас было много мыслей, как ее приладить. В итоге мы ее просто-напросто на штангу от Bosch, от лазерного уровня, от Boschского, приладили и гоняем. Также можно ее поставить на стойку, на всевозможные. Можно из труб спаять, из полипропиленовых. То есть вариантов тысячи, и тут уже это на любителя. Не знаю, как цена, но нам все обошлось. Сейчас как цена я не знаю, потому что цены изменились, но нам обошлось все это 3700 вместе с этим, да? Вместе с блоком. Блоком, конденсатором, все хочу сказать, правильно, неправильно говорю, короче, вот с этой штукой. Вот так вот. И завтра, в следующем ролике, мы уже расскажем про весь свет. Смотрите, не переключайтесь, как говорится. Всем привет!